Добрый день, компания Дженсер. Прекращение регистрации за клиентов. Константин Гулышев – частый клиент МРЭО. Сотрудник автосалона в день прекращает регистрацию до 6 машин. Признается, в очереди не стоит уже 2 месяца. С помощью сайта госуслуги.ру, не выходя из кабинета, оформляет заявку на удобное время. В течение часа нам прекратили регистрацию. То есть мы экономим свое время, и нам очень удобно. В настоящее время снять авто с учета либо получить водительское удостоверение можно 3 способами. По живой очереди, оформить заявку на удобное время через терминалы ГИБДД, либо с помощью сайта госуслуг. Причем последний значительно упрощает процедуру. Мы выделили отдельное окно именно для данной категории граждан. У нас имеется отдельная площадка для осмотра транспортных средств для этой категории граждан. Таким образом, гражданин, зарегистрировавшись и подав заявление на регистрацию транспортного средства либо обмен водительского удостоверения, он тратит минимальное время на осмотр и подачу заявления. Это очень удобно. Несмотря на преимущества, белгородцы довольно редко используют возможность получения госуслуг в электронном виде. Этим вариантом на сегодняшний день пользуется лишь каждый 10-й обратившийся в регистрационно-экзаменационные подразделения ведомства. Организация выездного пункта должна повысить популярность сайта госуслуг. В Мегагрине на 1-м этаже сотрудники многофункционального центра помогают белгородцам выполнить эту процедуру за 5 минут. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. В первый же день работы сюда обратились порядка 20 человек. Вы получаете СМС, код подтверждения на ваш мобильный телефон. С помощью мобильного телефона вы можете тут же войти с помощью приложения или с помощью сайта на госуслуги, в последующем, допустим, привязать туда кабинет налогоплательщика, пенсионный фонд, все штрафы, налоги. Вам будет приходить сообщение на ваш мобильный телефон, смартфон, планшет, компьютер. Все у вас будет оповещение, уже не конверты будут приходить, никаких бумаг. Все в электронном виде. В течение месяца выездной пункт будет работать по средам и субботам с 14 до 18 часов. Кстати, здесь же автовладельцы могут проверить у себя наличие штрафов по линии ГИБДД. Напомним, эту информацию, а также данные о водителе и транспортном средстве можно получить и на официальном сайте госавтоинспекции с помощью онлайн-сервисов. Диана Калединова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.